Идем на разведку, папа. Покажи, какие у тебя сапоги. Специальные рыбацкие. Ой, собачка. О, поди наша. Это поди наш бобичек такой маленький. Ой, бобичек да, какой. Пойдем, Ирине, покажем. Ты где не взял? Не тут, наша случайно? Тут она была. Знаешь, как облаяла нас? Да. Привет. Вот, нашли мы себе такую брошенную собачку. Забираем ее себе домой. Пусть у нас друг еще один будет. Привезли домой новую собаку. Не знаем, что сейчас будет, как мы будем их знакомить. Малыша рада. Малышатик, иди со мной. Иди ко мне, моя сладкая. Ой, малышечка, ты ждала нас? Ой, какая ты у нас золотка. Наша-то вон Димовочка. Встречает, встречает. Димовочка-то наша. Радуется. Ой, я даже не представляю. Ого, смотри, смотри, смотри. Она так, знаешь, это, чувствуешь, что запах-то у нас? Ой, конечно. Молодец у меня, да. Ой, ты малышек. Она, знаешь, как нюхает? Так она он... меня-то так обнюхивала. Ой, ой, молодец, молодец. Молодец-то у меня, да. Подружку тебе привезли? Ой, ну не знаю. Ой, не знаю. Боишься. Малыша, малыша, подружку тебе принесли. Подружка. Малыша. Ой. Да, малыш. Малышечек, малыша, иди сюда. Малыша, будь хорошей девочкой. Познакомься по-хорошему. Познакомьтесь да, по-хорошему. Пусть нюхается тогда. Чё малыш у меня, да? Ты наша дюймовочка маленькая. Большая собачка, да? Да, наша-то. Да, конечно. Чё? Не бойтесь, надо вам это как-то познакомиться. Надо вам знакомиться, да. Ой, трясется это тоже от холода. Она не мерзла, она просто может как бы. Чего малышек у меня? Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. Чего малышек? Да молодец, молодец, иди сюда. Знакомиться придется все равно. Да ты хороший у меня. Знакомиться придется. Да ты молодец. Я даже не думала, что малыша будет бегать, поджав хвостик. Она, смотри, как дыбом. Да, дыбом стал. Что малыша? Она же не видела, ну как, только когда жила у других щенком. Всем внимание надо уделять. Написано в интернете. И теме, и той, и той. И новой, и старожилам. Мы всех любим, мы же всех любим. Тише. Тихо, всех любим. Всех. Этим, молодец. Малыш, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Малыша взъерошилась. Тихо, тихо, хорошо, хорошо. Не бойся, не боимся, не боимся, не боимся. Что, малыш? Да молодец. Все хорошо, все косит. Молодец, малыш, молодец. Малышочек, да не бойся. Малышечка, малышечка, не бойся, малыша. Малыша, не бойся. Ты у нас, конечно, старожила. Ты у нас тут хозяйка, мы знаем. Мы знаем, что ты хозяйка. Ты хозяйка у нас в доме. Скажи, кого это привезли мне? Что это такое? Кто это такой лохматый там? Да, малыш, кто это там такой лохматый? Нельзя. Тихо, 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 нельзя, нельзя. Нельзя держать ее. Нельзя. Давайте дружить. Давайте. Иди, молодец, вам иди, надо иди. Здесь будет вместе жить. Молодец, молодец, малыш, молодец. И ты тоже молодец, да? Кошки нас ведь тоже как дрались, это с чего да. Говорить, а?
когда привезли-то. Малыш, это удивляется собаке, а для нее это новая территория. Ну, для нее тоже стресс. Конечно. И другая собака, и другая территория. Малыша же подбегала, уже нюхала, и ты тоже хочется понюхать. Понюхали. Наша-то маленькая. Да, малыша такая. Сразу выглядит такой маленькой, меньше гораздо. Нам. А, кошка еще орет, там пришла. Дуся, Дуся, Дуська, иди сюда, Дуся. Дуська, малыш. Пойду еще до кошки. Еще и мышь тут у нас. Че, Кыска? Кыска! У тебя тут, да, две собаки теперь будет. За колесом-то лаять. Не бойся, не бойся. Не бойся. Ой, ой. Мне самой страшно. Я тоже, ну. Малыша, малыша, не надо, малыша. Она хорошая. Малыша, она хорошая. Малышка, она хорошая. Не бойтесь. Конечно. Сегодня у наших собачек день знакомства. Да? Да? Малыша. Ты тоже тут. Они с самого утра бегали по огороду друг за другом. В общем, общаются. Знакомятся. Черненькая еще знакомится с участком. С домом. Все для нее новенькое. Какие у нас два хвостика. Вы че? Мы пока временно вот сделали здесь такую лежанку для собачки новенькой нашей. Ей так нравится, да, мама? Ей очень нравится, да. Она здесь спала сегодня. Утром она позавтракала, хорошо ела. Наша маленькая малышка даже еще ничего не ела. Ничего не ест, она у нас такая мотница. Малышочек! День оконного мытья. Здесь цветы у нас стояли. Так сразу стало непривычно. То, что больше света как-то в комнате стало. Сегодня очень сильный ветер. Это ж надо, что папа вышел обрезать виноград в такую погоду. Ну, ветреную. Ну, потому что завтра на работу, поэтому и это занимается чем может. С папой сидит. Малышка, ты по грядкам не бегай. Сереж, такое ветрище, ты даже раньше обрезкой занимаешься. Не пайку бы одел. Так фуфайку одень, зайди. Одень фуфайку. Там хотя бы нет, лучше ведь. Друг за дружкой бегают по огороду. Мама говорит, наша малыша по грядкам не бегает. Это нужно будет тоже приучать, чтобы она бегала только по дорожкам. Не топтала, чтоб ничего. Хе-хе. Медведь такой.
И мы вообще сейчас весело. Вдвоем-то. Мы хотели, чтобы вдвоем было веселее бегать. Огород-то большой ведь. Ой, смотри, на куда наша-то бежала. Наша далеко. Конец огорода. А это там бегает. Надо дорожки просто показать, чтобы она где ходила. Все-таки надо пробовать с той стороны сейчас помыть с улицы. Ну, потому да, что здесь мы с этой помыли, а с той стороны у нас коты носами здесь трутся, собаки иногда бывают здесь. Ну да. Ну, я имею в виду, что нужно. Обязательно надо, да. Только как достать, здесь же нельзя ходить. Ну, я обычно я всегда вставала сюда. Ну, это опасно. Ну, конечно, папа сказал, нельзя. Не надо ходить, да. Ой, бежит, смотри, голова трясется только. Ну, она у нас вообще скоростная. Моя задача достать вот этой шваброй до окна. И вроде бы я достаю. Вот, отлично. Я взяла таз. Таз с водой и пеной. О, вообще нормально. Нормально все достаю. Может, тебе что-то дать? Нет, смотри, я достаю. Нормально. Ну вот теперь окно это будет у нас чистое, а то, как вы помните, у нас тут всякие кошаки ссут на окна. Но сами трутся. Ну вот теперь у нас окно чистое. Ну и ветер холодный, ужас, ваш руки замерзают. Много лука для еды у нас есть в конце огорода, и я пришла, чтобы его сорвать. Буду есть лук с солью, уж очень люблю. Здесь вообще, по-моему, особо никто не рвал, поэтому здесь его очень много. И, кстати, вот магазинный лук, он вот какой-то не такой, он какой-то слишком ядреный. Не знаю, мне он никогда не нравился, а вот когда я к родителям приезжаю, срываю этот лучок, просто наслаждение. Малыша прибежала. Да, малыша. Сегодня порывы ветра до 13 метров в секунду. Хотя вроде бы и не северный ветер, сегодня у нас восточный он, но все равно это очень сильный ветер. Даже когда выходишь из дома, то дверь тяжело открывать. Ну вот столько, наверное, хватит, думаю. Так-то еще лук есть. Наша. Ой, ой, наша арава. Садись на место, садись к себе. А? Подружки. Чё, малыша? Малыша, иди в будочку, садись. Холодно сегодня, малыша, да? Малышочек, чё собачечка?
думаем, как нам назвать вот эту вот собачку. Как бы вы назвали ее? Смотрите вот на нее. Такая маленькая, пушистая, ласкающаяся. Все, убежали обе.